Вот, надо вот теплицу, как просохнет, все перепашу. Теплицу буду собирать вот с этих окон. Я уже все прикупил, эти уголочки всякие там. Вот. Цветы надо будет посадить. Сейчас еще пока влажно, грязь. Лучок зашел. Щавель, петрушка уже лезет. Многолетний лучок, он по над сеткой там тоже зашел. Клубничка уже тоже всходит. Вот в этом году должны яблоки много быть. В прошлом году яблоня отдыхала с грушей. В общем, груша и яблоки должны быть. Вот сарай надо доделать. Вот. Вчера еще лужа стояла здесь. Вот. Вон, грязище. Ну, у нас всегда так тут. В общем, работы на огороде непочатый край. Порядки надо будет наводить, стулья отремонтировать. Вот. Качели повесить. Все это покрасить. Сарай куда делать. Вот. Так что идет. Столы надо будет сделать, стол длинный тут. Вот. Кухонный набор вроде выжил. Нормально. Вот. А это я кружовник срезал колючий. Старый. Один куст малины красной срезал. Потому что она пропадает, мы ее всю не съедаем. Вот. Вот один оставил, нам хватит. А это поеду. Куплю этот крыжовник такой, без колючки есть, продают. Черную смородину куплю. И яблоньку надо будет купить. Но я вот ездил по делам туда и стриться в пруды. Пока еще саженцы не продают. Вот. Наверное, через недельки две. Обшить его надо будет, профильный лист купить, покрыть крышу, а это этим фасадом сделать. В общем, на все лето у меня работа тут. Я бутылочку купил, ну, потихонечку тут сижу. Балаганчик мой. Вот Иван-чай еще надо будет произвести в дело. Сородить чай. Вот. Так что вот такие вот у меня тут движения. Так потихонечку ковыряюсь в балагане. Еда у меня тут есть. Этот бич-пакеты, пюре быстрого приготовления, специи, масло там, мед. Вот. Так что такие дела. И вот триммер делаю. Сосед попросил. Делаю. Мотор еще перебрать надо. Короче, завались у меня дел.